Всем доброго времени суток, с вами мистер Бро, и мы играем в Рифт. Ну что ж, я хочу сейчас сделать квест, и... И пойти в этот, ебаный, на ПВП арену. Да, надо еще вещички продать. Лизул какой-то, блядь. Га тут сколько лизулов надо. О, едем в далекие края, где счастливые соседи, добрые волчата. Да. Здесь помню этих приманивал лесных духов или огоньков. Вот козлы, а не лошадь не плавает. Еще от всяких шмотиков, нихера! 9 золотых. 9 золотых это вам не хухры-мухры. Да-да. Сейчас дадим квест. Квестик сдадим, блядь. Шмотик надо продать. Ох, еще сэндова нету. Но мне булава досталась ебучая. От синего качества. Или я ее по квестам взял. Не знаю. Что не досталось, то к деньгам. Смотрите, уже 3 золотых почти, ой, золотых. Слово все забыть не могу. 3 платина. Ваня, шмотье. Блять, я тоже так хочу. Тоже хочу, так. Так. Оставьте поиски, ибо предложение выгоднее вам не найти. Ясен хер. Кого ты обманываешь, сучечка? Да. Продаем. Если буду нужна, возвращайтесь. Вот, нате, снеговика. Поздоровайся, снеговик. Шедевриальность. Смотрите, он еще КД делает. Так, мне надо попиздеть тут с кем-то. Ну, с этим. Рад вас видеть. Удачи. Так, квест. Сегодня мне повезло. Квест. Навряд ли я в данж попаду. Теперь я знаю, какой типок отправляет данжи заодно. Вон там еще квестов несколько. Сдать надо. Так. Почему я не могу попасть в город, а? Тут еще одна лестница, уже совсем старый стал, не помню ничего. Хотя этот город хрен запомнишь, я серьезно. О-о-о. Иметь с вами дело — великая честь. Ни хрена. А это на какой? О, на 25 уровне. Бля, где я столько денег возьму? Вы чё, ебану? Вот видите, на 25 левел уже конь 90%, да. Пусть ветры однажды вернут. Суки, денег не дай. Я же со вторым персонажем будет попроще. Денежку перекинул. Купил.
Рад вас видеть. Мне мой лошарик нравится. Великое солнце вознесен. Удачи. Опа. И куда я протонул? Есть дело для вознесенного. Что-то ПВП зону написали. Великое солнце вознесенный. Удачи. Ага. Дело для вознесенного. Топорик, да. Уверен, вы справитесь. Что это за место? Что это за место, ребята? Пошли-ка вы в жопу. Рад встрече. Да будет этот мир и завтра здесь. Ага. Ну ладно, хоть узнали, как в следующую зону попасть. Это уже что-то да значит, не правда ли? Не правда ли, я говорю? Так. Что-то там нападает на нас. Ладно, посрать. Так. Так. Ну и куда мне идти? Не туда завернул. Говорю, тут можно... Вон, флаг отступил. Можно попутать вообще 3.15. Вот. Кони оказались здесь продаются, а я не знал. Ничего. 25-му левелу навряд ли мы накупим 25 платины, блядь. Если накопим, это будет замечательно. Если скинете денежки, это будет вообще замечательно. Я люблю, когда мне скидывают денежки. Ничего. Где? Вот показано, что здесь. Наверное, на коне разъезжать в здание неприлично. Ну что я могу поделать? Опа! И куда я попал? Я чисто хотел так отскульно. Ой, бля. Ёбаный стыд. Опять меня куда-то нелегко. Ёбаный стыд. Вон елка. Может, высокоуровневая елка больше снега приносит. Сколько? 3000. Елка! Да она не рабочая. Всегда рад вас видеть. Будь сильным. Ну и чё? Правды и удачи. Удачи. Ладно, надо сваливать отсюда, пока не поздно. Да. Ну сваливай, пожалуйста. Ты чё? Ага, хуй вам, а здесь не останусь. Хера меня, то туда портуют, то сюда портуют, вообще обнаглели.
Так. Именем ветра я приветствую вас. Спасибо, братан. В себя. Всегда верю в себя. Ну, иногда. А иногда нет. Ну, не знаю. Чё ты меня спрашиваешь, сука? Ладно, этот квест попробую сделать и пойдем на поле боя с этими, с игроками. Если не получится, то так побег. Ништячный маунт, кстати, да? Такой, бля. Блядь, ну просто. Ништячный маунт. Уровень 59. Ладно. Я еще квест не сдал, кстати, да. Ну так, попробуем. Ага. Быстрый рейд, поиск товарищей, битвы. Мировые события. Битва. Битва. Доминирование, черный сад хочу. Ну и чё? Чё долго ждать, а? Угу. Давайте сделаем выйти и нажмем случайно битву вступить. Так будет быстрее. Не знаю, может не ПВП даже. А, пойду покурю пока. Пока ищет. Надеюсь, найдем. Итак. У нас что-то и. Выход. Вход жмем, вход. Сейчас как войду, блядь, все охуеешь. Так. Ща, ну-ка прокастуем. Ну давайте, девочки и мальчики, блядь, пизды всем даем. Или пизды получишь. У меня 19 левел, край. Это хорошо. Ну-ка, выпусти меня, сука. Собаку пропустили, меня нет. Ну что за люди такие? Вон няня, сучки. Да, вот такая сучка с пушечкой. Знаете, какой у меня стильный капюшончик. Не так ли? Еще приоделся нормально. Ну даже эти. Где, блядь? Синие сапожки есть, да. Капюшончик, он 119 брони. Давай, 4, 3, 2, 1. Бой! Бой! Пойдем, дорогие, пойдем. Последнее желание. Убить всех, нахуй. Убить всех. Где вы? На. Суки меня сейчас загнобят. На. Все загнобили. На. Ну куда ты, блядь, убегаешь? Блядь. Качнули что-то там. Все.
Давай. О. Что-то собираю. Да, блядь, дайте мне что-нибудь. Я тоже хочу. Тоже хочу что-нибудь подобрать. Не знаю, что-то. Каск какой-то. Серийное убийство. Каск какой-то, блядь. О, вон они. На. Да ты что сделал, вот ублюдок? Ой, ублюдок, а? Как он посмел, а? Вот убью на, убью и нахер все. Ну че вы, суки, прячетесь, а? А? Во. Вот, 99 серебра. Нормально. На-на. А, это с трупов снимается. Вон, один гол. Нормально так. Нормально, да. Так, собачка. Ну да, здесь, мне считай, никто ничего не может сделать. Так. Ну, какая-то хрень. Давайте подберем. Хрен знает, что я сделал, ачивка это всегда хорошо. На. О! Убили. Давайте вернемся. Ну и чё, долго еще? Может, тут куда-то идти на? Ну что, надо ждать? Суки. Суки. Да. Что-то лагануло. Ни хрена. Но. Ну, воскреси меня уже, а? Ну, не знаю, не знаю. Денежки там всякие. Могу подобрать? Ага. Хрен тебе говорят, а не денежки. Хренушки, а не денежки, да? Нахрена умер-то, а? Биз-19. Смерти одни.
Ну как возродиться-то? А что, только врагов вижу? Вот тип тоже мертв. У меня такое ощущение, что наших типов не мог завалить. Да. Мертвыми. Да как? Какого? Почему меня не воскрешаете, суки? Так. Группе. Как? Ну, суки. Понимаю. Ну, воскрешается уже. Смешно. Мать, сколько серебра там падает, ёбаный стыд, они разогнались нахер. Ладно, если воскреснут, то воскреснут, если нет, то нет. С вами был мистер Бро. А, кажется, я понял, ё-моё, я же 20-й левел. Ну всё, пиздец. Пиздец, блядь. Ну... Серийное убийство. Да. Как? Серийное убийство. Че это издевательство, что ли? Где меня убили? Да я даже выйти отсюда не могу, да что это за говно такое? Вот попадусь. А? Тоже вон 20 уровня. Не, ну они воскрешаются как? Серийное убийство. Блядство. Thank you.
Держали победу. Угу. И, сука, я воскрес. Ну, молодцы, блин. Ну, победили. Там денежки. Надо еще поле битвы какое-нибудь. 20 уровнем. Там уже будет не так просто, как здесь, да. Выкинул вас, сука. Так. Выгружайся. Славимся творень. Буду рад увидеть вас вновь. Так, мы походу квест выполнили какой-то. Ну-ка посмотрим, посмотрим. Ну как? Квест — это хорошо. Угу. Что-нибудь пришлось по душе? Опасайтесь разломов. Да не вопрос, я их ваши так боюсь. Ваши поиски окончены. Для вас, ну, а здесь что продают у него? Выбор. Присмотритесь. Угу. Кожа, кожа. Да. 600, а тут нихуя цены. Расскажите всем о моей лавке. Чё я там жал-то? Чё я жал-то, ё-моё? Битва. Угу. Написано время ожидания. Блядь, 57 секунд. Посмотрим. Здесь я буду лохом полным. Полным склахом буду. Ну. Так. Угу. У меня туториал. Туториал. Туториал какой-то нам. Ну и чё? Так, здесь у этого типа поиск гильдии. Давайте выберем. Вот эту. Я... русский. Забытый. Нет.
Примите меня. Я в плане, да куда там? В Питер. Раз. Вашей великой и непревзойденной гильдии с наилучшими пожеланиями. Аленсон. Вот. Фига тут, видите, вот СССР, русская гильдия, блин. Ну хорошо бы туда попасть, а? Хочу, блядь, туда попасть. Так, а это что? Это хуйня. Мне главное, чтобы русская гильдия была. Надеюсь, вы еще вернете. Мы Бахми. Ага. Если буду нужен, возвращайтесь. Ну. Ты че, получил гильдию, не? Смотрите, я ёпта в гильдии русской. Ебать, брат. Да, мы. Вот, умение. Ништяк всё. Ништяк. Ништяк. Я в гильдии СССР, блядь. Да. Так, что у нас еще по квестам там? Туториал. Ну, не знаю. Ладно. Не берут меня в группу. С вами был мистер Бро из гильдии Великой Могущественной СССР, которая еще не развалилась в рифте. Мы были на поле боя, неудачно, конечно, но мы показали 18 фрагов к одному. Да. Всем пока. Волк потерял где-то, но это не важно.